Ну вот представьте, условно говоря, что этот выдел назначен в рубку. И вы пришли проверять, отведенную ли соседку. С картой в руках и со специальными приборами. Именно так владивостокские лесничие проводят плановые учения. Сотрудники Министерства лесного хозяйства освежают свои знания ежегодно, каждое лето. Таким специалистам нужно не только выполнять работу с документами, но и уметь определять состояние лесов на глаз. Диаметр той или иной породы, ее высоты, полнота лесного насаждения, высота и запас. В общем, от тех или иных критериев мы уже в дальнейшем делаем выводы, какие мероприятия должны проводиться в этом лесном насаждении. Базовых знаний, которые получают лесничие в высших учебных заведениях, недостаточно. Законодательство в этой сфере меняется очень быстро, поэтому специальные навыки необходимо регулярно освежать. Особое внимание к качеству леса. В этом помогают регулярные тренировки. Мы для этого и проводим тренировки, чтобы все специалисты, которые работают в лесном управлении, в Министерстве лесного хозяйства, в территориальных органах, лесничествах наших по районам, чтобы были компетентны именно в этой работе и могли контролировать. Работы по подготовке специалистов продолжаются. Такие занятия провели только с половиной лесничих, а для тех, кто остался, проведут тренировки в ближайшее время. Николай Кугук, Панорама.